129 миллионов рублей на ремонт дорог в Королеве выделили из регионального бюджета. Такое решение принял губернатор Андрей Воробьев во время рабочего визита в наш город. Ранее на эти нужды глава Александр Ходрев направил 65 миллионов, в том числе денежную премию «Прорыв года», полученную за работы по расширению улицы Пионерской. Общая площадь дорог в Королеве сейчас свыше 1 000 000 квадратных метров. Инвентаризация, которую провели по поручению главы города, также показала, половина всех улиц и дворов находится в плачевном состоянии. Их ремонт в этом году начали в марте. По словам руководителя администрации, за 2 месяца привели в порядок 30 тысяч квадратных метров покрытия. Еще 60 тысяч намерены обновить до начала июня на основе обращений жителей и оценки состояния территорий. А на деньги, выделенные из областного бюджета, планируют отремонтировать дополнительно 120 тысяч квадратных метров. Это прежде всего проспекты Королева и Космонавтов, улицы Циолковского, Коминтерна, Горького, Исаева. Итого 210 тысяч квадратных метров дорог будет уже 100% приведено в порядок. В планах стоит около 100 тысяч квадратных метров главы города также привести в порядок. Для того, чтобы мы на сегодняшний день взяли для себя планку, за этот период около 300 тысяч квадратных метров городских территорий привести в порядок. Сейчас обновляют асфальт на бывшей Силикатной, ныне улице Легостаева. Снимают полотно небольшими картами, делают ямочный ремонт. Латали сегодня дыры и на полевом проезде. Стараемся предупреждать заранее, на каких улицах мы работаем, да. Сотрудничаем с ГАИ, предупреждаем их. Они иногда приезжают, помогают, перекрывают дороги. Да, то есть график достаточно плотный. Знаки стараемся выставлять заранее, то есть в соответствии с нормативами производить работу. В ближайшие дни снимать асфальт будут на улице Гагарина и Дворцовом проезде. Также в планах провести ремонт на улице Дзержинского.